Доброе утро, дорогие друзья! Ну что, как хотела спросить у вас дела, как ваше здоровье, как поживаете, мои дорогие? Сейчас я хочу с вами поделиться с рецептом теста на пиццу. Как-то в одном блоке я уже готовила пиццу, но готовила ее с лаваша. А теперь хочу, друзья мои, приготовить вам с теста, сама поставить тесто, показать вам и приготовить пиццу. Поехали! Ну что, друзья, для этого нам понадобится. Это простой рецепт. Сейчас мне нужно будет теплая водичка, стакан. Я наливаю вот сюда, вот так вот. Хочу приготовить опару. Затем пойдут у нас дрожжи, 11 грамм. Насыпаем дрожжи сюда, вот так вот, затем сахар ложечка, соль ложечка столовая, и сюда мы добавим, сейчас я покажу, просеем муку. Просеем ее и 2 ложечки муки. Затем хорошо вот так вот размешаем. Убираем немножко вот эти комочки. И дадим 15 минут постоять, чтобы тесто наше немножко поднялось. Ну, на пару для теста. Ну что, друзья, дадим опаре постоять. Накрываем 15 минут. Вот так вот полотенчиком и убираем в сторону. Ну что, опара у нас поднялась. Теперь что мы делаем дальше? Муку я просеяла. И насыпаем сюда муки. Я все на глаз сейчас буду делать. Как достаточно. Добавим сюда растительного масла. Вот так вот. И все хорошо вот так вот потихонечку замешиваем. Так вот хорошенечко замешиваем. Собираем вот так вот муку. Уже буду на дощечке показывать, как замешиваем тесто. Ну что, друзья, вот так вот хорошо разминаем тесто. Вот видите, оно какое у меня получается. Минут 5. Вот так хорошо. И потом уже уберем на 40-45 минут. Вот такое вот получается тесто. Затем берем растительного масла. Сейчас добавляем сюда чуть-чуть. И хорошо края вот так вот миски протираем. И вот так вот вкладываем тесто. И накрываем. Ну что, друзья, тесто я уже приготовила. Затем вот так вот пленочкой аккуратненько закрываем тесто. И 40-45 минут ждем, пока тесто подымется. И убираем на 40-45 минут тесто. Ну что, друзья, пока подходит наше тесто, я хотела показать, что какие ингредиенты у нас будут в
пицце. Я взяла два вида сыра. Российский сыр, вот такой вот, и моцарелла сыр. Далее у меня пойдет окорок и ветчина. Затем я буду готовить, значит, кладем черри, помидоры и грибы. Также у меня соус томатный пойдет. Сейчас вот натираю сыр моцарелла. Можно и кусками его нарезать, но я его натру. Так вот. Ну что, друзья, сейчас хочу показать, нарезаю грибочки. Вот так вот тоненько. Ну что, теперь нарезаем помидорчики черри. Вот так вот. Делим на три. И кладем в тарелочку. Можете вы на две части разделить. Тоненько тоже. Ну что, друзья, тесто подошло у нас уже. Посмотрите, какое у нас красивое тесто получается. Сейчас я открываю. И удаляем вот эту часть в сторону. Насыпаем мукой. Вот так вот. И сейчас я чуть-чуть обмажу руки маслицем. Так. И потихонечку вынимаем. Вот так вот наше тесто. Видите, как оно должно быть? Сторону. И вот так вот чуть-чуть его еще раз замешиваем. Так вот. Видите, вот такое вот получается тесто, прям такое мягенькое чуть-чуть должно быть. Вот такое вот, друзья, посмотрите. Вот видите, вот так играем, собираем еще, собираем чуть-чуть. Вот. И делим на два вот таких колобка. Делаем вот такие два колобка. Убираем одну сторону. И вот так вот хорошенечко делаем руками. Вот так все. Вот так вот собираем, собираем. Не бойтесь, прям играйте вот так вот с тестом. Все. Сейчас это я накрою. Уберу в сторону пока тесто. И начну показывать, что мы дальше делаем. Пока рукой. И скалкой вот так вот потихонечку начинаем катать тесто. Делаем.
Затем я покажу, что я буду дальше делать. Готовим в противне. Да, хотела сказать, духовку я уже включила на 220 градусов. Готовить будем где-то, наверное, 7-8 минут. Ну, до готовности вы уже посмотрите, друзья. Такой противень. Вот я здесь буду готовить. Сейчас еще раз катаю хорошенечко и положу уже в противень. Еще посыпаю вот так вот мукой. Сейчас укладываю вот сюда. Вот так вот. Аккуратненько вот так выпрямляем бока. Выпрямили, вот так красивенько все сделаю и начну уже показывать, что дальше будем делать. Ну что, друзья, вот посмотрите, я аккуратненько уже положила в противень, вот так вот, вот такой вот круг у меня получился. Сейчас буду показывать, что будем делать дальше. Томаты, как я и говорила вам, вот так вот. Кладем посередине и лопаточкой или кисточкой, давайте кисточкой, вот так вот аккуратненько размазываем. Бока сильно не надо мазать, вот так вот, еще добавим томата чуть-чуть. И вот так вот потихонечку обмазываем. Получается. Вот, обмазали. Так, что делаем дальше? Дальше берем сыр и посыпаем вот так вот сыром. И моцареллы чуть-чуть посыпаем. Когда побольше сыра, очень вкусная пицца. Так что вот так вот рассыпаем аккуратненько. Грибочки. Ну, может, вот этой, чтобы быстрее. Вот так вот. Ой, а запах грибов прям. Хорошенечко распределяем. Далее у нас идет карбонат и ветчина. Ну, здесь много мы нарезали, но ничего, сделаем сколько нам нужно, потому что я еще буду, у меня еще осталось, я еще буду готовить вторую пиццу. Вот. Можно чуть-чуть вот сюда по краям. Видите, как красиво получается. И сюда уже пойдут помидорчики наши. Вот так аккуратненько. Будет очень вкусная пицца. Так вот распределяем аккуратненько. Вот. И опять сверху. Друзья мои, посыпаем вот так вот сыром. Вот.
нет, у меня уже моцарелла. Что, друзья, сейчас отправляем в духовой шкаф готовиться. Разогретую обязательно на 220 градусов. И ждем до готовности. Ну что, друзья, у меня остался второе тесто. И я буду сейчас готовить вот в такой противне. Также мы его, видите, какое прям, еще раз покажу. Посмотрите, как оно получается у меня тесто красивое. Красивое. Раскатываем хорошенечко. Можно даже приготовить, друзья, просто с сыром. Вот любят иногда просто, чтобы сыр был. Можно с сыром приготовить, с колбасой приготовить. Вот, кто как любит, готовит. Наши захотели сегодня вот так вот. Сейчас пока готовится пицца, я вот эту быстро раскатаю. Пиццу и соленые огурчики, и оливки. Я вот готовила, тогда вам показывала, и оливки кладут. Вот, можно приготовить, положить и оливки туда, и огурчики солененькие. Сейчас здесь раскатаю и уже переложу противень. Вот видите, какое получается. Посмотрите. Сейчас еще раз. И уже уберем противень. Сейчас одну минуточку заглянем, что у нас тут происходит. Ой, ребят, это просто супер-супер. Сейчас покажем. Уже запахи пошли вкусные. Вот так вот чуть-чуть противень посыпаем мукой. Вот так вот. И видите, как? И укладываем тесто сюда. Вот так. Вот я сделаю вот так вот. Вот такую я сделаю сюда. Вот она. Видно. И кладем и опять будем уже. Сейчас я еще раз гляну. Ой-ой-ой, красота, красота. Так, что мы делаем? Что мы делаем? Намазываем томатом. Вот, томат сюда. И вот так вот размазываем. Почему бока я не делаю, чтобы вкусненько было. Еще вот добавим. Ну, я сейчас покажу, когда буду вынимать. И вы увидите. Вот так вот намазали. Сыр пойдет сейчас. Вот так вот. А моцареллу мы сверху положим. Вот. Дальше.
пойдет ветчина, карбонат. Сыр, моцарелла. Все, пицца готова. Ну что, друзья, открываем и смотрим, что у нас там, как приготовилась наша пицца. Ой, друзья, посмотрите, какая у нас пицца получается. Запахи не передать вам, друзья. Посмотрите. Сейчас я обязательно порежу, и мы с вами посмотрим, чтобы вы увидели, как получилась у меня пицца. Что, настал тот час, тот момент, я хочу показать, друзья, как мы режем пиццу нашу. Вот так вот. Горяченькая. Ну что, друзья, ту мы достали, а теперь эту отправляем в духовку. И ждем. Ну что, друзья, сейчас попробуем пиццу нашу. Посмотрите, какая она получилась. Она просто горячая еще, мне немножко неудобно, но она пропеклась. Вот посмотрите, сейчас. Очень вкусно, ребят. Посмотрите, какая она целенькая. Ну что, друзья, я хочу показать, как у меня приготовилась вторая пицца. Посмотрите, какой у меня формы она получилась. И какая красивенькая, друзья мои, посмотрите. Ну что, обязательно приготовьте по моему рецепту. Это действительно очень вкусно, друзья мои. Желаю вам удачи, счастья, любви и всех благ. И не забывайте, если вам понравилась моя пицца, обязательно поставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал «В гостях у Ноны».